Привет, дорогие друзья, с вами я, Серафим, и сегодня мы продолжим играть в Мафию 3. Как вы помните, из прошлой серии у нас задание подъехать к яхт-клубу Ретрусе, да, как-то так. То есть, короче, модный крутой яхт-клуб, там сам Сэл Марканович, он хочет с нами что-то там обсудить. Вот, может что-то предложить, то есть какое-то дело, которое мы можем сделать, и по идее, долг с наших друзей, да, типа, снимут. Такс. Можно походить по дому, я вот хотел пошариться немного, может глянуть, что вообще тут есть. Так-то у нас что? Это у нас закрыто, да? Так, а ну... Такс. Так, здесь... Ага, это у нас чё? Выход куда-то. Кухня. Ага, здесь чё? Видите, тоже так прикольно ободрано. А, это бар. Ну, прикольно. Да, это тут нас встречали, провожали. Тоже выход. Наружу. Да, ух ты, кто-то писсуар отломал. Так это челябинский парень, наверное. Пришел сюда. Зеркала. Подожди. Я привидение? Вау, ребят, мы привидение. Главный герой у нас на самом деле привидение, потому что, видите, он не отражается в зеркалах. Либо вампир. Я не помню, кто там. Вампиры, по-моему, не отображаются в зеркалах. Ну, короче, неважно. Срыв покровов. Так, ну, мы тут примерно все глянули, да? Ну, давайте поедем. Режим вождения. Для большего реализма при вождении опытные игроки могут использовать режим симуляции. Не хочу. О, тетенька. Шо, а? Собью сейчас даже. А, какая-то она. А ну, разошлись. Здесь наш главный герой едет. Линкольн Клеевич. Такс. Прикольно, туманчик такой. Кстати, я слышал, тут есть много мест в Нью-Бордо, где стоит действительно сходить. Вон там мосты всякие интересные. Порты. Я думаю, мы еще с вами тоже исследуем весь этот городишко. То есть не только будем его переворачивать с ног на голову, но еще и будем его исследовать. Так, надо не забывать смотреть. Так, что это была заправка, да, или что там? Обозначение вот интересно тоже. Ну, жетон военный — это наши основные задания, я понял. Туман нифига не видно. Ну там мост тоже здоровый. Так. Такие тучки сгущаются. Так, что там? Какие-то небоскребы. Так, ясненько здесь. Ну, прикольно, тут просторненько так, на улицах. Много зданий интересных. Я уверен, и в реальности где-то такие здания есть. Так, чё... О, тихо, там полисмен, да? Где он? А, он просто идет и... Не, мы культурненько все тут ездим. О, да, это нормальная темка. К
Кстати, YouTube постоянно ругается за эти песенки. Я не знаю, если у вас, допустим, сейчас не слышно никаких песен, да, или в каких-то еще сериях, то, скорее всего, просто пришлось их повырезать. Вот, и все такое. Ну вот, говорит, нехорошо. YouTube распознает это, как будто там я там снимаю свое видео, да, и нарочно там вставляю чужую песню. Говорю, все, я стырю эту песенку. То есть машина YouTube до сих пор с этим не может разобраться, что если мы играем в игру, да, и в этой игре есть музыка, да, то как бы она идет в комплекте. То есть играть без музыки, то есть, ну, это бред полный. Играть в мафию без той самой музыки, которая тут специально подбиралась специалистами, чтобы атмосферу передавать, да. Вот, поэтому, ну, я буду стараться, я сделаю ее чуть потише. Вот, надеюсь, сильно ругаться не будет. Ну, так, чтобы и вам было слышно, и чтобы ее вырезать не пришлось. Да и чтобы на меня YouTube не жаловался. Вот, за то, что, типа, там, использую чужую музыку. Так, тут тоже где-то полисмен в кустах стоит, да? Вон он ходит. Так, ух ты, тут... А что это такое, кстати, парк? Прикольно. Да, слушайте, места тут красивые. Я думаю, нужно будет просто как-то пошариться просто здесь. То есть не только по основным заданиям ездить. Но пока у нас, допустим, возможности еще ноль. Да, то есть мы только-только начали играть. Я думаю, сейчас стоит, ну, есть смысл просто по главной ветке нашей пойти. Ну, по основному квесту. То есть, чтобы потом у нас развязали нам немного руки, дали больше функционала, да, и мы смогли спокойно-приспокойно Трифт Март. О-о-о-о. Ох, чуть не впилился. А ну-ка, ну-ка, так. А ну, свалил. Да, нужно будет, кстати, отыгрывать более брутального чувака. Воу-воу-воу, ты куда? Ты куда? Вот это как он классно так подрезал. Так, ладно. Не, ну помяли машину. Поговорить с охранником. Сейчас я с ним поговорю. Я пока к вам ехал, машину помял. У вас там столб криво стоит, прям на дороге. Будьте любезны, уберите и оплатите мне ремонт тачки. Кстати, а где чинить тачки можно будет? Кстати, кто знает, напишите в комментах, где можно будет тачку починить, а то как-то на поломанной ехаете. You doing up here? Help goes into the back. I'm here to see Mr. Marcano. The name's Lincoln Clay. That a fact? Тебя бубен набью за такие слова. Mind your manners while you're in there, boy. Or they'll be paying you here. Park over to the side. Чувак, я тебе твою шапку запихаю в твой анус. Если будешь так выражаться. Да, мы будем, короче, тут херачить все и вся. Гуки. Да, там много расизма в этой игре. Sammy said Mr. Marcano wanted to see me. Mr. Marcano? Shit. Make him sound like a goddamn lawyer. Just call him Sam. Oh, he's in the back. Ну да, белые боятся людей. Так сказать, с более темной кожей.
Trez have a problem with Joe Trez, take it up with my old man. He'll tell him to kiss his ass. Nice thing about having fuck you money. Все так смотрят. Ай, как будто бомжару какого-то привел. Ну, в те времена так и относились, скорее всего. О! Well, I served with some good men, and I did what happened without them. Army? Marines? Regular army at first, and then I was recruited to the 5th SFG. Special Forces. I told you it was something else. Now, not that anything's gonna go wrong, but just in case, goddamn, don't you want a man like that on your side? If you're vouching for him, Sal, that's good enough for me. Look, I got a couple things to take care of. Thanks for the drink. Постарел, Вита. Да, приятно его увидеть, и это, наверное, самая-самая крутая новость была про третью мафию. Commission sent him down here from Empire Bay about 15 years back. He's been a pain in my goddamn ass ever since. Чувак, мы тебе за это жопу надерем. Yeah, Sammy didn't tell me too much. Twice a year, the feds take old money out of circulation and destroy it. Over the course of the next few days, that money's вот нас и подводят к тому делу. And you're gonna hit one of those shipments? No, sir. We are gonna use that occasion to gain access to their vault. And then steal everything that ain't nailed down. Should be 6-7 million in there, easy. That's pretty fucking ballsy. It's a chance of a goddamn lifetime is what it is. Now, Vito's fronting a lot of the money for the job, and he got us the combination to the vault. Have you had a chance to see Danny? No, not yet. Oh, well, you will. We brought him and his old man in on this, and they're gonna need your help, so go see them. They're still in that same place. There's something else we gotta talk about. Now, safe to assume you know about the problem Sammy's been having. I took care of the Haitians. Once things settle down, money will start coming in again. You see that right there? That's what I'm talking about. You didn't sit around with your thumb jammed in your ass. You saw a problem, you went out and took care of it. God damn, I take that over money any day of the week. No, it's fine. That's an all. Always have. Hell, son, I know that. I wouldn't expect otherwise. But you know, even after we all evened up, you're still gonna be slopping around in the ass end of this city. Not much of a future in that. But maybe there's a different way forward, you understand? For all of us. Пытается переманить. Завербовать. I mean no disrespect when I say this. Sammy's a hell of a man, but he's not getting any younger. And I'm thinking it's time to make a change. Well, I don't think that Ellis is ready for that kind. I'm not talking about Ellis. I'm talking about you. I want you to run the holler. I can't do that. Well, look here, if you're worried about Sammy, don't you understand? Now, he's always been on the level with me. And this job we're talking about, there's more than enough for him to retire on. He took me in when I had nowhere else to go. Treated me like a son. I'm sorry, Mr. Marcano, I can't do that to him. Well, shit, son. I'd be lying if I didn't say I wasn't just a little disappointed. But I get it. You're loyal, which is something that is scarce these days. Do you still want me to help with this thing we've been talking about? You goddamn right I do! And when it's all done, you all be more than square with me. You have my word. Короче, видели потенциал и хотят его испортить. I'm trying to ascertain the level of training that Lincoln Clay received during his time in Vietnam. Someone like that you don't need to train. You point them in the right direction and get the fuck out of their way. Так, ну прикольно. А, и вот мы здесь уже, да? Neither can they.
Stay cool. We'll get through this. Motherfuckers. Режим информации. Используйте режим информации, чтобы следить за врагами, которых вы уже заметили. Также режим информации открывает расположенные поблизости цели, оружейные шкафы и аптечки. Нажмите Ш. В смысле И, я понял. Ой-ой-ой, яйки отстрелил, чувак, сорян. Но они тебе уже не пригодятся. А чё там двое? А, там наши ребята. Так, надо собрать патроны. А вы все с пистолетиками, да? Есть аптечка. Так. А, мы уже собирали? Так. Угу. Отлично, так, патроны есть, отлично. Смена укрытия. Смена укрытия. Отклоните в сторону расположенного. Так, С. Ага. Затем нажмите. Угу. Обойти укрытие на краю укрытия. Нажмите угу, в сторону угла. Затем удерживайте Ctrl. Воу-воу! Воу-воу! Шкала здоровья, ага. Нажать Ctrl, вколоть один, нажать E. Ага, аптечка E, окей. А, Т вылечит. Все, я понял. Блин, а с пулемета не так эффективно. О, хорош. О, хорош. Давайте, ребят, эффективней. Я жопу подстрелю, понял? А ты еще что там? А что это у вас тут? Куча пистолетов. О, автомат. О, хорош, патронов собрали. Подошли патроны, это супер. Кстати, там ребята еще были. А, ну они и уехали сразу. Их, короче, перестреляли мы. Так, дробаш. Ну чё? Danny,
Хорош. Тупо комнату провалил. Я дыру сделаю. Это ж чертов динамит. Че тут сложного-то? Просто комнату уронил и все. Подожди, а где? Где тут? Да я понял, что надо двигаться. Но я не пойму, как это так комната провалилась, интересно. А бабло? Сколько бабла? Я не знаю, что не собираем. No one really knows why Sal Marcano turned on Thomas Burke, but he took Point Verdun from him and gave it to an enforcer named Roman the Butcher Barbieri, who promptly busted up one of Burke's legs. Now, Danny Burke was part of the heist group. I mean, he was a gearhead, had never done anything like this before, but Thomas Burke insisted. He figured if the heist was a success, Sal would forgive him and return Point Verdun. Что это он делает? Hey. Now I heard there ain't nothing sweeter than Vietnamese pussy. You tell me it's true. Casanova Clay. Shit, man, it's so fucking good to see you. You too, Danny. How's Nikki? God, she wanted to be here, but I ain't remember how old. Yeah, unfortunately. Come on, let's grab a beer. Wait for the old man to chill out, and then we can get down to it. Yeah. What's up, man? Так, это сейчас до или после? Я не понимаю. Maybe you should tell him about how you'd borrow it from Ellis and take the ladies for a ride. Hell, man, leave me out of this. Did you fuck in my car? Mm-hmm. Nah, ain't no big deal. I was always wrapped up tight. Besides, I already got one fucking bastard in my life. I don't need another one. All right, you know what? You go clean. Not just the back seat, every square inch. I don't need to be riding around sitting in your shit. Hey, and you, funny man, you gonna fucking help? Like hell I am. Shit, I didn't get any. Yeah, well, this is new. Jesus Christ, you fucking Joker's got about as much chance of pulling this off as I do at winning a goddamn decathlon. All right, Dad, we hear you. The papa is in, okay. Johnny and Ellis, you're gonna use the drill to cut a hole up through the bottom of the vault. Ah, это до дела. Georgie, you'll be inside. You're gonna drop the money down, then get the hell out of there. That goddamn drill ain't easy to move, though. So we need a boat to get it through the canals and into position. Ellis and I worry about the boat. See, Georgie's old man flipped the guard to reserve, giving you his truck. Between that and the uniforms, ain't no one gonna give us a second look. Come on, let's get moving. Still got to swing by Skeletta's and finish up some prep work. Hey, and you two assholes, don't think this gets you off the hook when it comes to my car. Y'all best get ready to clean it. I ain't cleaning shit. Hey, you cleaning it. No, my no. Father was a lot of things, few of them good. But he started out smuggling moonshine, so he knew about the canals underneath the city, and that one of them went right under the Federal Reserve. It was his idea to use a boat to move the drill into position. He was a real son of a bitch, my father. Какая-то тетя на чувака похожа. Если это тетя. For what happened. You want to stick your own neck out? Fine. But leave your son out of it. It's his fault Danny died. Короче, кто-то умер. Да, я так понял, сын вот этого усатого. Is everyone in? We need to go.
We're all here. Go! Hurry! You want trouble? Here it is. Guards coming down through the hall. Fuck! More guards! We need to get the fuck out of here! А, я еду. Я думал, мне стрелять дадут, возможно. А эти будут отстреливаться. Ну ладно. Короче, куда-то сейчас выплывем. Так. А как посмотреть? Короче, примерно сюда мы вот выйдем из туннеля, примерно так в речку, да? Наверное, вот тут пройдем и вот так, мне кажется. Давно так не виделся. Дэнни ранен. Ага. Вам нужно срочно придумать, как покинуть туннели и вернуться к Сэмми. Окей. Да и музычку мне хорошую поставили. Ну, спасибо. Давай, давай, давай. Топим, топим, топим. Скоро на нас выйдут уже. Давай, давай, топи. Да ё-моё, топи, говорю. Да-да-да, именно так. Давайте, отстреливайтесь. Воу-воу-воу, куда-то не туда заехал. Ладно. Давай, топи. Я в детстве помню, на Денди играл. Что-то там про катера уматная игруля была. Тоже такая противная. Что, опять они настигают? Давай, 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 давай. Воу, хорош. Кича! Эй, ребята, мы уже дальше не поплывем. Everybody alright? That was the craziest fucking thing I've ever saw. I'm glad we're breathing now. But what the hell we gonna do now? Only option is to head up. Are you kidding me? There'll be cops all over the place. Well, with any luck, they'll be too busy dealing with Mardi Gras. Notice us. Let's go. Well, damn it, this ain't a gas. Ну, один раненый. Но это не удивительно с моим вождением. Что мало вы баблишка прихватили? Я понимаю, что я жадный, но, блин. Столько бабла упускать. Yeah, somebody give me a hand. I can get one. It's probably just gonna be easier to carry a sorry ass. Hold up. Come here. Hey, hey! Don't put me the fuck down! If anybody asks, we say he's drunk. Y'all pick up that money. Let's go. Ну да. Типа пьян. Окей. Ну, логично. Чем как раненого его вести, лучше уж на плече и сказать, да он набухался там, нажрался, скотина. Такс. Сейчас, подождите. Так, найти телефон автомат. Ага, будем сейчас искать. А, вот мы отсюда вылезли. О, кстати, круто, смотри. Мардигра, да, называется. Круто. Танцы. Прикольно, в костюмах какой-то. Мне аж интересно, что это за праздник такой. Да иду уже. О, смотри, вот кто-то уже напраздновался. О, какой девочки. Да, кстати, тут будет
много чего такого для взрослых контента. Так что, если вы ребенок, вы вовремя глаза и уши закрывайте. Будь здоров. Кто там чихнул? Воу-воу-воу. Фейерверки. Так, куда ты убежал? Позвонить Сэмми. Я что ли? А вы сами не? Не моли сами. Мама, say sorry. We're some deep shit. Need your help. Where are you? Just off the parade route. Danny's hurt. I can't get a car to you because the roads are closed off. Listen, there's a grocery store on the backside of the cemetery. Can you get over there? Yeah. There'll be a car waiting at the loading dock. And Lincoln, be careful, yeah? You and Ellie's boy. We will. Mm-hmm. Так, дойти до машины для побега. Можно было бы, конечно, через тот двор пройтись. Мне кажется, это разумней. Хотя... Ну, эти, видите, сюда идут. Ух ты, классно. А, тут закрыто, блин. Эти какие-то для парада штуки. Я не знаю, как они. Ну, платформы. Или как они называются. Фейерверк. Крутяк. Ну, достаточно спокойненько у них тут. Это еще кто? Ну, классная прическа, чувак. О, я хотел обойти, а мы бы так не обошли. Чё, кому-то хорошо уже? О. Да тихо ты. Завали. О, полиция. Он стоит. Как нам туда пройти? Блин, нам придется обходить их как-то. Описание наше перечисляют. Нужно чесать быстрее. Так, блин, там тоже полисмены. Давайте аккуратненько. Блин, и все перегородили, так неудобно. Ну да, согласен. Так, 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 так. Уходим, 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 уходим. Не видите, вы нас не видите. Блин, там еще полиция стоит. Вот, блин. Так, ну что, плохой парень в деле. Hey, over here! О, ну ты красавчик. Красные зоны. Вы находитесь в красной полицейской зоне. Копы сначала стреляют, потом задают вопросы. Чтобы скрыться от полиции, покиньте мерцающую зону полицейской активности. Или спрячьтесь. Так. Французский квартал.
Значит, тут где-то есть аптечка или что-то. Ну, шины для побега. Угу. Короче, куда-то мне нужно снуваться. Ну и куда тут? Воу-воу-воу! Блин, да как, куда там скрыться можно? Да блин. Ложись спать, чувак. Блин, у меня аптечек нет. Надо где-то укрыться. И куда тут текать? Голубые зоны. Теперь вы в голубой полицейской зоне. Голубая зона показана на вашей мини-карте. Чтобы выбраться из голубой зоны, используйте скрытность, не привлекать внимание полиции. Так, во-первых, спрячь оружие. Блин, нас окружают, да? Ай-яй, по-моему, опять меня. Так, нужно их... Блин, ну их тут двое подряд идут. А тот типа не заметил. Да ё-моё. С пулеметами. Блин, опять я в красной зоне. Так, да ну нафиг. Вон ребята там ждут. Так, куда бы... Что это значит? Машина, блин, подъехала. Да, свали нахрен. О, тут полиция. Good to see you again, sir. Hey, which way are you going? Так. Нам нужно вообще за вот этот предел выйти. Ага, ясненько. И что это значит? Что-то мы Е одно собрали. Я, к сожалению, не увидел, что это. Что это такое? Customers aren't allowed in this area. А, сорян. Сорян. Извини, есть зоны, где... Все, все, понял. Воу-воу-воу. Все, отменяется розыск. Так, машине. Ага.
Отличненько. Так, это бронежилеты. Магазин бронежилетов. Вот что вот это такое? Кстати, кто знает, напишите, пожалуйста, в комментах. Вот что-то коллекция. Сейчас глянем, может, тут что-то объяснят. Playboy, Hot Rod, Vargas, девчонки, пропаганда, альбомы и Repent. Ага. О, прикольно. Йо! Эса! Едака! Чё? Так, никто не видел. Никто не видел. Ну да, эта игра точно от 18 лет. Так что, если вам их нет, то вовремя закрывайте глаза. Либо вообще не включайте тогда. Так, это полисмен. Так, как? А, вот тут вход есть. Я просто буду идти, да? Да чё ты на меня так смотришь подозрительно, чувак? Я просто иду. Да я вообще на тебя не смотрю, чувак. Полисмен злой какой-то. Просто из-за того, что я мимо проходил. Типа даже мимо проходить нельзя, да? Так, там еще полисмены, эти идут. Так, как бы мне так... О, этот уходит, да? О, отлично, переходит дорогу. Супер. Этот за нами идет. О, какой мадам. Мадам! Так, там машина, по-моему. Так, нам как-то... Нормально. Бугаёк такой. Мясцо! Так, он там где-то находится. А, сзади, да? Через супермаркет мы не пройдем, или что это такое? Супер... Супер-дупер-март. Воу-воу. Кто-то что-то разбил. Это не я был. Так-с. Угу. О, вот опять. Вот что это за штучка такая? Как мне туда попасть? Что это такое? Какая-то плата. Да понял. Вот какая-то плата. Что это такое? А, ладно, я отсюда. Завались. Нам сюда, да? Скрыться от полиции. Ну ок. Оу! Блин, вот тебя-то я и не увидел. А ну... Так. А ну валим, 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 валим. Воу, воу! А ну свалили нахрен. Так, давайте, управление, управление, давай норм.
Тачка тяжеленькая, конечно. У тетенька с дороги. О, что? Ты еще что перевернулся? Водичка, водичка. Блин, там тоже машина. Свалил нахрен. Не видишь, тут ребята с пушками катят. Так, блин, за дорогой нужно следить и на радар смотреть. Свалили, свалили, свалили. Так, по прямой далеко не уедешь, да? Тут надо... Блин, опять в дом впилился. Тетенька, уйдите, пожалуйста, с дороги. Да как они задолбали, а? Блин, что-то я зря, наверное, сюда заехал. Ну, отлично, те вроде начинают отставать. Так, 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 так. Давайте вот здесь. Тихо. А, нет, нет. Отвалили назад. Ну, ребят, расселись. Блин, я как-то так свалился неудачно. Бля, чуваку бошку простреливает. Давай так. Как-то надо ее развернуть, что ли. А машина что делает, полицейская? По кругу катается? Все упоролись, да? Ну и чё? Ну... Так, ладно, давайте попробуем начать с контрольной точки. Чё за херня? Тупо застряли и все. Давай, загрузиться с контрольной точки. Где там у нас контрольная? Надеюсь, там, где нам машину уже выдали. О, крутые арты, кстати. О, отлично. Так, ты, блин, еще и в бак врезался. Свалили нахрен. Оп! О, блин, да что ж вас так? Кто вас водить учил? Так, ну давай так. Так, тот на перерез едет. Отвалил. Давайте сюда. Блин, по прямой. Да ё-моё. Задание провалено. Уничтожено. Так, может, мы его переделаем, задание-то? Чего? Что ты там смотришь? Oh. This makes any sense. That can't be how it happened. Ну тогда я тебя переделаю. С контрольной точки. Вот, это все нужно было просмотреть, это для того, чтобы просто с контрольной точки угоните. Короче, можно тупо сразу жать с контрольной точки. Так, вот никогда не любил вот эти уходы от копов. Вот в Need for Speed каком-нибудь.
Так, по рельсам, думаю, не лучшая идея. Отвали нахрен, куда ты, блин, прёшь? Да свалили нафиг. Так, а ну-ка. Куда-нибудь надо уехать. Ну блин, ну как от них избавиться? Виляем. Уходим. Да куда вы все, блин? Отвалил. Согласен. Все, я... Карта издать, ну. Ну и что нам нужно? Где вообще наш там французский квартал? Даунтаун, Баркли Миллс, Холлоу. Да, мы, по-моему, в Холлоу. А, все. Все. О, бабуленьки. На долю? Once everything settled up, I'm calling the man I know, having him bring over three hookers. Boy, ain't no hooker ever stepping foot in this house. You sure? Cause two of them are for you. I'm gonna be fucking in my new grifter. I'd appreciate that. You know, my entire life, there's always been someone standing over me, telling me where I could go, what I could do, who I could be seen with. This. You boys did tonight. Mm-hmm. This. Что-то у меня предчувствие плохое. This isn't just money. It's freedom. Real freedom. Ребят, не забывайте, кто все это организовал и как он может легко от вас избавиться. Jesus Christ, that is some down-home hooch right there, isn't it? All right. Listen, I got a guy outside. Y'all mind if he comes in and packs up my cut? Not at all. Let's see if you can handle this down-home hooch. Кто там снаружи? They all the same. Hey, take the one on here. It's your cut. Plus what I owe you. Even put in a little extra for your trouble. Couldn't have pulled it off without you, Sammy. Y'all done right by me tonight. Mwah. Mwah. Why don't you get us some off the top shelf? We need to celebrate. Yeah. You ain't got to tell me, boys. Hey, fill me up. All right. Know something, Lincoln? You're possibly the best motherfucker I ever laid my eyes on. You shouldn't have said no.
Будем нарезать вас мелкими кусочками. I wish I'd never made that call. Mr. Donovan, do you know this individual? Sure. Sal Marcano. And how about this man? That's Sal's worthless piece of shit brother, Lou. Look, enough of the dog and pony bullshit. What's your real question? Did you help Lincoln Clay murder Sal Marcano and all prominent members of his crime family? You're goddamn right, I did. Все думали, сейчас начнет отмораживаться. Не, ни хрена, я помогал. Еще и как помогал. Ну, все. Сэл Марганыч. So, those the men you're gonna kill, huh? That's the plan, Padre. It's a dangerous course you're contemplating. And what do you think we should do? Sal Marcano deserves to die. I won't argue otherwise. Kill him. But let that be the end of it. That's not enough! It's enough if you say it's enough. I know what Sal did to you, Lincoln. But nothing you do will bring any of them back. This isn't about bringing them back. Or even exacting some street justice. It's about making that bastard feel what it's like to lose everything. Watch as I take it all away from him. Ну да. Once you start down it, no turning back. На шрам на голове. А, пуля срезала, я понял. Он стрелял в голову, но пуля прошла рядом. I'll be waiting in the car. Так, в общем, что могу сказать? Офигенно мы поездили, ограбили все-таки это хранилище, вывели на чистую воду, так сказать, одного засранца, Села Марканыча. Вот, он теперь проявил себя как, ну, говнюк. Ну, я как бы и так знал и догадывался все это. Ну, это очевидно, да? Вот, что с такими людьми, ну, хорошего не жди. Да и вообще, вот, я могу сказать еще про вторую часть, чем она мне все-таки очень безумно понравилась. Вот одно из ее достоинств было в том, что, да, вроде мы играем за плохого, ну, там, за мафию, плохие парни, все там, всех херачим, там, все такое, да. Вот, казалось бы, там, кто-то может, ой, я таким хочу быть, да, ну, если кто-то тупой человек и не понимает этого, что это всего лишь игра. Вот, и вам просто хотели показать, как оно бывает. Вот, и разработчики сделали во второй части... одну очень невероятную и крутую штуку.
показали, каковы последствия всего этого. То есть, чтобы не думали люди, что все это легко, интересно и классно, это весело жить. Нет. То есть, в этом мире, по-любому, люди проходят через кучу потерь. Возможно, сами умирают. То есть, ничего хорошего в этом нету. Ну, в том, чтобы быть вне закона, да? Вот. Ну, опять же, смотря какие законы. Вот. И поэтому... не приступайте закон, будьте хорошим человеком. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и быть вообще на позитиве. С вами был я, Серафим. Можете уже потихоньку готовиться к следующей серии, потому что она уже скоро будет. Я думаю, она уже есть, смотря когда вы смотрите. Вот, включайте, наслаждайтесь и все в таком духе. Пока!